Ей реально больно, посмотрите. Ей реально больно. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. Перед началом три ваших самых топовых комментария подали. Раз, два и, наконец, три. О, друзья, сегодня будет реально страшно. Вы видите, последние видео реально жуткие. Как мы разрезали пчелку Майю. Было столько крови, друзья. Если вы не видели, то обязательно переходите по ссылке ниже в описании и смотрите эти жуткие видео, если вы любите страшилки и вы бесстрашные, друзья. Потому что сегодня мы закажем настоящую живую игрушку бабки Гренни в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, прямо сейчас мы находимся в магазине Darknet, друзья, и здесь появилась бабка Гренни. Только посмотрите, какая она жуткая, ее кровавые глаза, ее кровавая дубинка, битая, я не знаю, называйте ее как хотите. Друзья, если кто-то из вас когда-то играл в Гренни, напишите обязательно об этом прямо сейчас. Друзья, Гренни реально страшные. У них там целая семейка. У нее есть внучка Слендерина, есть дед Гренни, и они все реально очень жуткие. Давайте закажем сегодня бабку Гренни и прочитаем, что же она пишет здесь про нее. Бабка Гренни внешне больше похожа на зомби, чем на призрака. То есть, друзья, это ожившая, умершая бабка. Ну, как-нибудь по-другому можно тоже сказать. То есть это ходячий мертвец, ребята. Реально, это ходячий мертвец. Неизвестно, почему ее глаза становятся красными, когда главный герой берет в руки медвежонка Тедди. Друзья, главный герой берет медвежонка Тедди, и она злится. Она, видимо, эта бабка ненавидит игрушки, особенно медвежат. Господи, это так жестоко. Убила свою семью. То есть получается, что эта бабка Гренни настолько жестокая, что она убила Слендерину, убила деда Гренни. Друзья, это просто жесть. Я, кстати говоря, об этом не знала. Очень сильная, так как может вырубить главного героя с одного удара. Да, друзья, я как-то играла в Гренни вместе со своими подписчиками на улице, и, блин, она реально все слышит. Как бы мы ни прятались в шкафу, как бы мы на цыпочках ни ходили, она подходила и просто битой своей нас убивала. Но главной задачей квеста Гренни с сайта Darknet 3 часа ночи будет поиск ключей, как и в обычной игре. Так что, друзья, давайте сыграем в квест Гренни в реальной жизни в 3 часа ночи прямо у меня дома. Погнали, покупаем, друзья, $1500. Господи, Дим, это бешеные деньги. У нас осталась еще такая сумма. $1500, я не знаю. $1500, друзья. Мы тут с Димой просто распределяем свой бюджет, потому что мы строим настоящий дом мистики у себя на участке, друзья. И, блин, 1500 за Гренни, Дим. Подожди, может быть, она нам чем-то оставит после себя? Ключи от дома она нам наставит. Ладно, друзья, некуда деваться, потому что мы же хотим с вами посмотреть квест от Гренни. Это реально настоящий мистический квест с сайта Darknet, и мы сейчас его закажем, друзья. Оплатить. Давай, давай. Окей, друзья, прямо сейчас мы совершили покупку и купили живую игрушку Гренни. А что будет в ней? Какой квест предстоит нам сегодня пройти? Узнаем совсем скоро, буквально через пару секунд. Погнали. Друзья, гробокс уже доставлен с сайта Darknet. Живая игрушка Гренни с квестом, с мистическим квестом от Гренни уже внутри. И я предлагаю вам не медлить и прямо сейчас открыть этот квест. А если ты до сих пор еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись, ведь нас уже 100 тысяч подписчиков, друзья, и мы идем к золотой кнопке Ютуба. Прямо сейчас откроем гробокс в 3 часа ночи. Итак, друзья, мы открываем гробокс с живой игрушкой Гренни. Это настоящая игрушка Гренни. Ну, можно сказать, что создатели сайта Darknet сделали не обычную игрушку, а именно куклу Вуду на Гренни. Давайте же посмотрим. Раз, два, три. Гренни, воу, ребята! Реально, это настоящая кукла Вуду на Гренни. Посмотрите. Вы когда-нибудь видели такие игрушки в магазине? Это реально живая игрушка Гренни. Посмотрите, у нее даже есть специальная бирка. И здесь написано Гренни. И что-то на английском. Уилл Смит, Том Хейланд, Ричард Джонс, Кэрен Джилан. И, ну, видимо, это, я не знаю, там что-то какие-то имена перечислены.
Let's Play Granny, то есть это игра Гренни, друзья, мы заказали с вами не просто живую игрушку, а именно квест от Гренни. Говорят, что после того, как я проведу обряд вуду-магии, то есть оживлю эту живую игрушку Гренни, придет настоящая Гренни, и мы с вами с ней в реальной жизни сыграем в реальную Гренни прямо здесь у меня дома, друзья. Это просто нереально, мне в это не верится, но прямо сейчас мы это проверим. Давай посмотрим, что это ее дубинка в крови. Это, ну, ее лицо, ее платье. Смотрите, тут даже вот этикетка есть специальная. Короче, а тут что? Бабка Гренни какой-то безногая. Она, видимо, парит, зомби Гренни. Вот так. Почему ей не сделали ноги, непонятно. Ладно, друзья, для вуду-обряда нужно подготовиться. Необходимо обязательно свечи. И наш маятник. Маятник, который помогает открыть портал в потусторонний мир. Мы его запускаем прямо сейчас. Все, друзья. Погнали проводить обряд. Дело в том, что внутри этой бабки Гренни уже есть какие-то частички самой бабки Гренни. Поэтому она... Так, сейчас я подожгу. Поэтому она уже... Осталось произнести только заклинание для того, чтобы она заработала. И еще одна свечка. Больше свеч, больше вероятности того, что обряд пройдет успешно. Итак. Гренни, Гренни, приди. Гренни, Гренни, приди. Гренни, Гренни, приди. Теперь я должна прожечь ее сердце, чтобы оживить ее. А, черт, горит, сердце горит. Гренни. Обряд вуду магии над Гренни. И теперь я могу управлять ей. Давайте попробуем прямо сейчас. Сейчас. Слышали? Черт. Настоящий Гренни уже в моем доме. Что будем делать? Нам нужно спрятаться. Черт. 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 Ей реально больно, посмотрите. Ей реально больно. Жесть, лучше ее не злить. Пока она ушла, есть возможность проследить за ней. Пойдемте. О, черт, кукла Вуду на Гренни реально работает, друзья. Реально. Короче, задача такая. Найти 5 ключей, так, чтобы Гренни не заметила. Но у нас есть крутой козырь. Если вдруг бабка Гренни нас заметит, мы можем сделать, например, вот так. Слышите? Слышите, она кричит. Это реально сумасшедший. Ладно, погнали искать ключи. Нам необходимо найти 5 ключей. И начнем мы свои поиски с коридора. Но нам нужно быть очень тихими, друзья, потому что... Гренни где-то рядом, друзья. И как только мы услышим ее шаги, нам необходимо, друзья, сразу спрятаться куда угодно. Например, хоть в этот шкаф. Так, черт, ладно. Начнем поиски, друзья. Где-то здесь должны быть ключи, черт подери. Где-то здесь должны быть ключи, Дима. Как ты думаешь, где их можно найти? Где-то здесь должны быть ключи. Черт. Пусто. Слышали? Где кукла Вуду? Кукла Вуду на Гренни. Черт, Гренни идет. Дима, прячемся.
Где кукла Вуду? Кукла Вуду. Черт, вот она. Блин, уже столько времени прошло, мы ничего не можем найти. Куда она спрятала эти ключи? Говори, игрушка, куда спрятала? Так, я здесь что-то видела. Черт. Походу, нам повезло, ребята. Я нашла ключ. Первый ключ. Отлично. Первый ключ у нас в кармане, друзья. Хорошо, отлично. Нужно обыскать все. Нужно посмотреть везде. Черт. Ищи, ищи лучше. Не знаю, где. Нужно все посмотреть. Да, ребята, купить ключ можно где угодно. Нашла еще один ключ. Ребята, нам везет. Пока мы проходим квест. Очень хорошо. Уже два ключа есть у нас. Два ключа, ребята. Это очень здорово. И еще у нас, конечно же, кукла Вуду на Гренни. Идет, ребята. Снова прячемся в шкаф. Черт. Она нас найдет. Она идет. Дима! Черт. Ребята, фу, Гренни меня нашла. Но, слава богу, у нас есть еще одна жизнь. И нам нужно найти три ключа. Ребята, три ключа. Гренни вырубила меня. Она услышала, я не успела спрятаться. Черт, мне кажется, что ключ где-то здесь. Ладно. Может быть, тише. Может быть, он в чемодане. Нужно быть потише. Посмотрим, что внутри. Время ограничено, друзья, на квест нам отведено лишь всего лишь 10 минут. Что здесь? Черт! Господи, сколько хлама. Как здесь можно найти ключ? Ключ. Черт возьми. Смотрите, какой-то кармашек. Может быть, он здесь? Двойное дно? Черт, погоди. Да. Черт. Блин, тут ничего нет. Пусто. А, черт. Здесь тоже ничего нет. Блин, может быть, еще где-то карман. А вот, Дим, еще один карман. Надо посмотреть тут. Есть, я нашла ключ. Еще один ключ, ребята. Теперь у нас три ключа. Нам надо отправляться в следующую комнату. Блин, кукла Вуду! Вуду на Гренни! Куда она делась? Черт, ребята, мы потеряли куклу Вуду на Гренни! Черт возьми, ребята! Ее нигде нет! Это просто жесть, ребята! Без нее Гренни так и будет нас убивать! Черт! Мы должны найти ее! Черт! О, слава богу! Слушайте, Гренни идет снова в шкаф! Ребята, быстрее! Снова в шкаф! Черт! Черт! Буду больно. Гренни, больно. И она уходит. Ладно, ребята, у нас есть совсем мало времени. И два ключа. Нам нужно отыскать еще два ключа. О, черт. Где они могут быть? Черт. Ты слышишь, где Гренни? Она в соседней комнате. Надо быть очень тихим. Чтобы она... Ключ. Мне нужен ключ, Гренни, пока она будет здесь. Ключ. Черт. Ключ. Черт. Мне нужен ключ. Есть. Ключ, ребята. Четвертый ключ, Гренни. Я нашла его. Четыре ключа. Отлично. Остался последний ключ. Гренни идет. Быстро заходи. I see you. Ты не видишь? Да. Гренни ходит там по коридору. Тихо. Вы слышите? I see you. I see you.
ICU. Это Грэнни говорит ICU. Раз мы заперты здесь, возможно, здесь поискать ключ, ребята. Ключ в туалете, может быть, тоже спрятан. Черт возьми. Мне кажется, что это ключ. Ребята, мне кажется, что это ключ. Блин, в толчке, черт подери. Ладно. Ты достанешь? Да, да, да. Фу, какая мерзость. Черт, ребята. Пятый ключ. Я нашла пятый ключ. В туалете. Это просто жесть. Вот это я понимаю квест. Бабка Грэнни чуть не схватила нас, сколько? Но мы нашли пять ключей. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь нам необходимо взять куклу Вуду Грэнни и разрезать ее, чтобы бабка Грэнни убралась отсюда от нас. Итак, друзья, пора завершать игру. Пять свечей и пять ключей. Это был самый жуткий квест. Реальная Грэнни была в моем доме, ребята, и вы все это видели, вы были свидетелями. Это реально жутко, когда настоящая Грэнни приходит к вам в дом, друзья. Жуткая бабка. Вообще просто до сих пор у меня руки немножко трясутся. И даже прямо жарко. Хорошо, разложим ключи и завершим этот квест. Он пройден. Раз, два, три, 4-5 ключей. Бабка Грэнни покинет этот мир и возвращайся обратно в потусторонний. Бабка Грэнни покинет этот мир и возвращайся обратно в потусторонний. Бабка Грэнни покинет этот мир и возвращайся обратно в потусторонний. О, черт. Теперь, ребята, нужно достать то, что делало бабку Грэнни живой. То, с чем она связана. Ведь она убила всю свою семью, и какая-то жуть находится внутри нее. Пора достать то, что делала Грэнни живой. Палец, похожий на мизинец. Раз, первый ключ. Второй. А, большой палец. Здесь. Второй ключ. Средний палец. Третий ключ. Указательный палец. Четвертый ключ. И мизинец. Пятый ключ. Пять штук. Все ключи собраны. Все пальцы собраны. Квест завершен. Итак. Грэнни мертва. Я надеюсь, что бабка Грэнни ушла отсюда. С вами была я, Королева Мистики. До новых видео. Всем пока.